Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Genium. И сегодня мы будем смотреть на игрушку Assault Android Cactus. Собственно, это вот эта вот девочка и есть этот кактус. Так, что же это за игра и с чем ее едят? Игра появилась 29 августа в Steam, в раннем доступе. Стоит она 299 рублей. И представляет себя... Ну, я не знаю, по сути дела это игры... Вот такого жанра, как Alien Shooter, Crimson Land. То есть, где куча монстров на нас бежит, а мы должны отстреливаться всеми мыслями и немыслимыми способами. Ну, давайте посмотрим, что это такое, и вообще, стоит ли она нашего какого-то внимания. На мой взгляд, стоит. И вот почему. Итак, ранний доступ. Конечно, вы можете не приобретать, вот там есть демка, но в демке не хватает очень много уровней. То есть и некоторых функций. То есть в демке есть только играть, опции и выход. То есть не хватает вот этих вот leaderboards. К сожалению, его сейчас еще не доработали, потому что игра на раннем доступе. И не хватает коллекции, которых тоже, к сожалению, нет, но разработчики нам их обещают. Так, давайте же посмотрим на саму игру. То есть если мы выбираем играть, у нас есть кампания, битва бесконечная и босс rush. Босс rush и бесконечная битва, они... у нас пока не работают. Ну, значит, идем в компанию. Итак, вот нам предлагается на выбор 5. Уже получается 5 андроидов. Почему 5? Сначала предлагалось 4, но так как я прошел первого босса, то у меня открылся вот этот вот Starch. Это такой спящий андроид. Кстати, немножко читерский, на мой взгляд, но я вам его тоже покажу. Итак, давайте выберем кого-нибудь, например, вот эту вот девочку, ботаника. Холли. Итак, у нас есть уровни. Что это здесь обозначает? Синенькие уровни, это уже которые 100% готовы. Красные, это 100% готовые боссы. То есть, как видите, у меня пройдено 3 уровня и босс. Именно эти уровни, именно с этим боссом, они представлялись в демо-версии игры. То есть мы для того, чтобы могли ознакомиться. Давайте пойдем на какую-нибудь, не знаю, вот на турбину пойдем. Собственно, в чем прелесть этой игры? Прелесть в том, что все очень красиво сделано и очень весело в нее играть. То есть здесь вот вся игра состоит в том, что нас закидывают в определенную часть космического корабля. То есть по сюжету происходит так, что космический корабль захватили какие-то пришельцы, пытаются напасть, и наши андроиды должны защищаться. Весь геймплей состоит в том, чтобы отстреливаться от этих андроидов. В отличие от большинства игр подобного жанра, здесь очень мало нужно убегать от своих соперников. Здесь необходимо идти на пролом, потому что с наших противников выпадает улучшение. То есть выпадают вот эти вот маленькие беленькие вот такие вот шарики. Их, собирая их, мы увеличиваем себе дэмэдж. Просто-напросто прокачиваем себе оружие. На выбор для каждого андроида существует 2 вида оружия. Это основное, вот в данный момент это у нас такие вот полусамонаводящийся лазер. И дополнительное, у данного героя это большой-большой шар металлический, который прокатывается насквозь и всех-всех-всех давит. По поводу жизни, очень интересно сделали разработчики. Есть как таковых жизни и... Вот именно есть здоровье. Смотрите, у нас есть здоровье, вот в левом верхнем углу поле написано, да, там три желтеньких квадратика. Это наша жизнь. Но мы можем спокойненько умирать. Весь прикол в том, что наш андроид не умрет. Он лишь на время отключится. Вот видите, вот я умер. Я нажимаю выстрел, и наш андроид снова начинает биться. А умереть мы можем только в одном случае, если закончится наш заряд. Он отображается сверху зеленой батареечкой. И это самое сложное в этой игре. Вот, смотрите, мы что-то как-то очень быстро прошли. Это самое сложное в этой игре, потому что батарейки выпадают на редкость мало. Их очень мало на уровне. Ну, в данном случае уровень очень легко прошелся, потому что это одни из самых первых уровней. Ну, по сути дела, таких ознакомительных. И здесь мы были в закрытой комнате, такой маленькой довольно закрытой комнате, и нам никаких проблем не составило сразу подбирать и все улучшения, и зарядку. А вот когда мы, например, деремся с боссом, это очень большая проблема батарейки.
То есть это такой, мне, ну, на самом деле, мне понравился этот ход. То, что нам... Мы можем умирать, можем спокойно отключаться. В чем еще плюсы этой игры? Мне довольно сильно понравился сам саундтрек. Хорошая озвучка, хорошая музычка, весело играть. Она абсолютно не напрягает уши. Можно спокойненько посидеть и развлекаться. Ну, а самое главное, вот это вот плюс данной игрушечки, это то, что есть кооперативный режим прохождения. К сожалению, в данный момент только на одном компьютере. И пока не заявлено, что можно проходить будет через интернет. Ну, посмотрим, может быть, все-таки, это же, как говорится, ранний доступ. И, может быть, разработчики все-таки это дело допилят. То есть, вот у меня, например, на компьютере присутствует как клавиатура, так и джойстик. Соответственно, когда мы выбираем игроков, которые будут присутствовать в данном прохождении, да, мы можем включить сразу двоих. И количество врагов на уровне, оно увеличится ровно вдвое. То есть, играть станет ровно вдвое сложнее и вдвое интереснее. Ай-яй-яй. Куча. Да. Нас убили. Так. Вот когда мы... Ой. Так, нас снова убили. Да что вы? Так, где у меня супер шар мой? Бам. Где шар? Также те уровни, которые были уже мною пройдены, я заметил одну интересную особенность. Что ж такое-то, а? Заметил одну интересную особенность. Для каждого уровня необходимо подбирать своего андроида. То есть в некоторых уровнях вот очень хорошо вот идет, например, вот это вот поле, потому что у нее самонаводящиеся ракетки. Собственно, именно ею я и смог пройти босса. В некоторых уровнях очень хорошо идут те, кто стреляют далеко, потому что уровни большие, открытые, и мы можем без проблем абсолютно свободно бегать и расстреливать их в дальних расстояниях, и нам никаких проблем не будет. Ну, а где-то нужен конкретно дробовик. Так, давайте попробуем. Давайте вернемся на Android Select. Покажу вам, например, вот этого читерского, как я говорю, робота. И пойдем бороться, например... Вот, кстати, тут практически допилен второй босс. Попробуем побороться с ней. Ой, без пула. Вот я еще не знаю, я с ней еще ни разу не боролся. То есть, почему читерский? У него вот этот лазер, он стреляет практически на всю величину экрана. Ой. И как до нее добиться? Он стреляет на всю величину экрана. Ужас. И он тут все, что его пересекает, оно все попадает под урон. Так, вот мне бы как-нибудь бы добраться до белых таких вот шариков, потому что... Так, понятно, то есть боссы здесь довольно сильные, практически каждый их удар, он смертелен. Ну как смертелен, он отключателен. Ай-яй-яй, шанти разбили. Когда нас так вот отключает, у нас выпадает все наше усиление. И поэтому нам необходимо зарабатывать его заново. Слушайте, какой-то сложный босс. Я также попробовал поиграть и на клавиатуре, и на джойстике. Скажу честно, на джойстике для меня как-то играть очень непривычно. Вот, так, помните, вот я говорил про то, что нету зарядки. Вот видите, одна зарядка выпала. Всего лишь одна зарядка, мы практически умерли. Ой-ой-ой. Итак, значит, про зарядку. Вот сейчас вот мне нужна очень сильно зарядка. Но зарядка из боссов выпадает только тогда, когда мы отнимаем определенное количество жизней. Вот сейчас я этого не могу сделать. И все. Это все, вот и умер. Так, значит, надо подумать. То есть вот этот вот робот с лазером нам не подойдет. Давайте возьмем какого-нибудь другого, который нам должен подойти. Вот, например, вот с шотганом. Коралл. Потому что большое количество скоплений мух. Так, нет. Я виспулу хотел. Подождите. Stage select. Я хочу виспулу попробовать убить. Так. Хорошо. Давай. Бей. То есть, вот этим вот очень удобно зачищать большие количество
большое-большое количество всяких монстров. Потому что здесь у него такой волшебный дробовичок. А еще можно поставить щит, на который все убьются. Вот, да, вот. Собственно, что я сейчас и сделал. Но проблема в том, что очень сложно подойти к боссу. Вот конкретно вот этим вот героям очень-очень сложно подойти к боссу. Наверное, поэтому... Ой! Я сделал большую ошибку, выбрав его. Ну, давайте попробуем. Не, все это бесполезно. Да. То есть этот герой для зачистки уровней, но не для боссов. Итак. Вот, в принципе, вся игра. Мой вердикт такой. На игру стоит обратить внимание, если вы любите игры подобного жанра. Она очень динамичная, очень веселая. Конечно, пока нету кампании, то есть нету какой-то истории, но разработчики сказали, что мы это все сделаем, это же ранний доступ. Когда, думаю, будет нормальная кампания, нормальная история, будет гораздо интереснее играть. Если у вас есть хорошие друзья, которые тоже любят подобного рода игры, подобного жанра, вы можете вообще спокойненько брать данную игрушку и рубиться с ними на одном компьютере, это очень весело. И, по-моему, 300 рублей, ну, оно того может быть и стоит. Конечно, будут скидки, наверняка будут всевозможные распродажи, и это можно будет взять, как говорится, подешевле. Ну, выбирать вам, в любом случае, можете пока попробовать демку поставить, поиграть, понравится, не понравится. Итак, с вами был Genium, это был обзор игры Assault Android Cactus. Играйте в хорошие игры, пока!